Сотрудники ГИБДД целенаправленно выявляли автомобили с незаконными изменениями в конструкции, с так называемой заниженной посадкой, а также с незаконной тонировкой. Первые же остановленные машины оказались технически неисправны и продолжили свой путь уже на эвакуаторе. За вечер 4 автомобиля покинули место сбора любителей дрифта при помощи спецтранспорта. Их отправили на охраняемую стоянку. Всего за время проведения мероприятия составлено 13 административных материалов. Выявлен один водитель, управлявший автомобилем без водительского удостоверения, 3 материала, составленные за неуплату административного штрафа, 5 протоколов за чрезмерную тонировку, 4 материала за опасную техническую неисправность рулевого управления.